Накануне в аэропорту Волгограда приземлился борт с нашим земляком Романом Адамяном, который привез в родной Волгоград медаль высшего достоинства – первое место на чемпионате Европы. После побед Евгения Погорелова в 1977 и 1979 годах волгоградские борцы подобного результата не добивались. И вот спустя 40 лет на высшей ступени спортивного подиума наш земляк Роман Адамян, которому всего 22 года. Этот успех является еще одним серьезным шагом для участия волгоградского дзюдоиста в Олимпийских играх 2020 года в Японии. К победам его готовит тренер Сергей Сидоров и тренер-консультант, президент Федерации дзюдо Волгоградской области Владимир Иванович Лизенко. Триумфатор Европейского спортивного форума в Минске прилетел в родной город, где его встретили родные, друзья и журналисты.